Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего, из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Если носители этого имени родились добрыми и отзывчивыми, такими останутся на всю жизнь, как бы ни била их судьба. Эта личность должна неустанно трудиться над выработкой в себе умения рисковать, постоянно осваивать новые жизненные горизонты, больше путешествовать и заводить новые знакомства. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Существует немного людей, которые создают вокруг себя атмосферу активности. Вокруг владельца этого имени невозможно монотонность или скука. Поэтому люди, предпочитающие спокойную и упорядоченную жизнь, никогда не найдут с ними общего языка. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.